В октябре в Твери изменится схема движения на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Псковской. Здесь разрешат сквозной проезд по улице Псковской и установят светофоры со стрелками. Напомним, что в настоящий момент на пересечении с Октябрьским проспектом движение с улицы Псковской разрешено только направо. При выезде со стороны торгового центра «Глобус» автомобили могут повернуть направо или налево, но проезд через перекресток в прямом направлении также запрещен. В ближайшее время схема движения будет изменена. В частности, выезд с улицы Псковской будет разрешен во всех направлениях. Кроме того, в целях обеспечения безопасности будет модернизирован светофорный объект. Повороты налево и направо будут регулироваться дополнительными секциями светофора с соответствующими стрелками. Также в соответствии с новой схемой движения будут приведены дорожные знаки и разметка.